Декабрь запомнился для БГПУ проведением грандиозного финала конкурса мужской красоты «Сила и ловкости. Мистер БГПУ». В концертном зале перед многочисленной аудиторией свои способности показали представители факультетов, институтов и колледжа нашего университета. Максим Иванов, Институт филологического образования и межкультурной коммуникации. 12 ярких, сильных, талантливых парней в течение 3 недель проходили не одно испытание. Это сдача норм ГТО, фотосессии в разных образах и многое другое. Конкурсанты подготовились к финалу основательно, ведь каждый выход сопровождался бурей оваций и аплодисментов. Перед строгим жюри мистеры представили свои визитки, творческие номера, показали умение собирать оружие с закрытыми глазами и предстали перед жюри в спортивных образах. В честном бою за звание мистер БГПУ победу одержал студент Института педагогики Никита Копылов. Первым вице-мистером стал студент Института исторического и правового образования Владислав Рыженков. Звание второго вице-мистера удостоился студент факультета башкирской филологии Айтуган Янбердин.